А в Новосибирской области из-за аномальных даже для Сибири морозов страдают слоны. Двое гигантов сегодня дважды чудом избежали смерти. Один раз от огня, другой от мороза. Из-за резкого перепада температуры загорелся грузовик, в котором их перевозили. С большим трудом пятитонных животных вытащили из машины, а тут их атаковала стужа, минус 35. Первыми обморозились, как и следовало ожидать, уши, затем ступни ног. Но слонов все же удалось реанимировать. Старым проверенным способом каждому дали по ящику водки.